внемли моим словам, сын мой, ибо костры прошлого уже скрывает мгла. Начав с малого, мы создали великую державу, империю. Сколько раз, стремясь к процветанию, мы меняли серпы и плуги на щиты и мечи. Войны лишили человечества надежды. Люди мчались вперед, не думая о том, что будет дальше. Многие искали утешение в вере. Но вера нередко превращалась в фанатизм, наполняя сердца злобой и страхом. Из этой тьмы родился слабый лучик света. Забытая со времен античности муза принесла вдохновение и возвестила о возрождении наук и искусств. Вместе с пробудившейся жаждой знаний вернулись и вопросы, неразрешенные в прошлом. Откровения свыше позволили проникнуть в суть вещей и указали путь к новым открытиям. Старый мир умирал. На его место пришла новая жизнь. Она звала смельчаков на самый край света и даже дальше. Будь осторожен, сын мой. Судьба этих людей в твоих руках. Веди свой народ, направляй его, ибо грядет эпоха перемен.